Всем добрый день. Сейчас позанимаемся растяжкой. Меня зовут Тарас Благовещенский. Надеюсь, вы живы-здоровы. Начинаем. Начнем мы с расслабления, с настройки. Садимся с прямой спиной в удобное для вас положение. Глаза закрыты. Постарайтесь отделить себя от всех дел. Уделить внимание себе, своему телу, своему развитию. Нам задача наша сейчас собрать внимание в теле, на теле. И все лишние мысли, процессы, эмоции оставить. Не всегда это просто, но постарайтесь приблизиться к этому. То есть все, что не в рамках занятия, на час пусть вас оставит. Хорошо. И постарайтесь ощущение расслабления чуть глубже в тело продвинуть. И сразу ноги широко кладем. Наклоняемся вперед перед собой. Здесь не будет никаких резких движений. Все очень плавно и медленно, с задержками. Постарайтесь вперед наклониться и расслабить заднюю поверхность бедра, подколенные сухожилия, живот, поясницу, шею. Из главных задач во время растяжки – это расслабить ум, расслабить психику, для того, чтобы вашему телу было легче. И постарайтесь как раз стать гибкими не только снаружи, но и внутри. И если вы чувствуете, что тело позволяет, можно опускаться еще глубже. Thank you.
И попробуйте еще глубже погрузиться. Хорошо. Приподнимаемся. И вдоль ноги наклон. В любую сторону. Здесь мы грудную клетку разворачиваем параллельно корпу. И вытягиваемся. В течение занятия вы заметите, как тело расслабляется, возможно, какие-то ощущения будут возникать. Просто наблюдайте. Так как мы все делаем медленно, без рывков, все безопасно. Пробуйте глубже опускаться. И теперь боковой наклон в ту же сторону. То есть у меня была правая нога, наклонялся я вдоль правой ноги, правое плечо вниз. Здесь вытяжение боковой поверхности. И еще раз вдоль ноги наклон. И в другую сторону. То же самое. Вдоль ноги сначала, и затем сделаем боковой. Делаем все мягко. Наблюдаете за тем, как растягивается задняя поверхность, подколенное сухожилие. Пробуйте чуть глубже наклониться, если это возможно. Теперь боковой наклон. Здесь мы вытягиваем боковую поверхность. Больше акцент на растяжение в области от плеча до поясницы. И
еще раз повернулись параллельно коврику. Наклон. Собираем ноги. Мягко-мягко, не спешите. И раскрываем бабочку. Здесь прямая спина. Можно себя захватить за стопы. Или если вам комфортно, можете подавить сверху на ноги. Только аккуратно. Чем ближе пятки к тазу, тем лучше. Хорошо. Теперь оставили одну ногу, другую разворачиваем боком. Стопа, носок смотрит в сторону. Не назад, не на подъем ногу, а в сторону. Мы стараемся положить зону таза, ягодицу и наклониться в сторону стопы. Мягко-мягко, такая скрутка получается в ноге. Все делайте не спеша. Теперь ту же ногу ставим на подъем и чуть глубже отклоняемся назад и также скрутка. Здесь уже на переднюю поверхность бедра растяжение, ну и конечно же в области подъема. Подняли ноги, другую ногу развернули, таз стремится вниз, а мы наклоняемся вдоль ноги. То есть такое спиральное вытяжение получается.
ставишь ногу на подъем, отклоняемся чуть назад и скрутка. Здесь у кого-то больше растягиваться будет бедро, у кого-то стопа. Хорошо, отлично. Ноги вытягиваем перед собой. На ширине плеч. Наклоняемся вперед с круглой спиной. Стараемся расслабить спину и ноги. Здесь наша задача расслабиться, а не сделать идеальную позицию. Расслабляем шею, грудной отдел, поясницу. Если вы остаетесь неподвижными, то через время вы почувствуете, как напряжение уходит. И можно двигаться дальше вниз. Оставайтесь неподвижными, понаблюдайте за телом. То есть с экрана кажется, что ничего не происходит, но когда вы сделаете это сами и остаетесь неподвижными, почувствуете, как тело реагирует внутри очень интенсивно. То есть у вас вы можете начать даже испытывать ощущения в тех местах, которых вы не чувствовали. Или, например, начнут трястись ноги или спина. Все это нормально, вы просто наблюдаете. Если вы чувствуете, что можете пройти глубже, делайте глубже. Для того, чтобы тело понимало, что мы от него хотим, нужно делать выдержку. То есть не постоянно двигаться, а постараться оставаться неподвижным. Хорошо, отлично. Ложимся на спину. Расслабление. То есть кто-то может сказать, что мы и так все занятия расслабляемся.
но на самом деле нет. То есть во многих позициях есть напряжение. А на спине вы точно сможете почувствовать себя свободно. Наблюдаете за ощущениями. То есть те же точки, которые напрягались во время различных позиций, скорее всего, сейчас себя проявят. И постарайтесь все тело так же расслабить, как мы в позициях расслаблялись. Все тело мы наблюдаем сейчас в целом. Мы можем остановиться также на каких-то конкретных участках. В этой позиции, кстати, тоже, если вы остаетесь неподвижными, идет работа с вниманием очень интенсивно. Например, вы можете почувствовать, как напряжение из тела уходит из определенных мест. Это все потому, что вы вниманием работаете. Возможно, у кого-то в стопах будет более интенсивно, у кого-то в грудном отделе, в голове появляется много мыслей, у кого-то вдруг навязчивые желания появляются здесь и сейчас. Вам хочется пойти и что-то делать. Просто наблюдайте. Что бы ни происходило, просто наблюдайте. Хорошо, мягко приподнимаемся. Позвонок за позвонком. Без рывков, все медленно. Еще раз, наклон вперед. В этот раз ноги вместе. Выправляем ягодицы. И точно так же. Будьте неподвижны. Реальное занятие происходит здесь и сейчас, в той позиции, в которой вы находитесь. Если у вас нет идеального наклона, это совсем не значит, что работа не идет. И постепенно, как вас отпускает напряжение, вы можете погрузиться чуть глубже. Постарайтесь носки на вверх и на себя. Подколенное сухожилие вытянуть. Чуть добавить структуры в позицию. Отлично.
вертикальное положение. Левая нога в сторону, правая нога, пятка в пах или стопа на бедро. Будьте аккуратны с коленом. То есть в идеале, если у вас колено будет лежать на полу, и здесь вот не будет напряжения излишнего, чтобы мы могли наклониться вперед и почувствовать больше ногу, которая выпрямлена. Вытягиваемся, носок на себя. И все то же самое, погружаемся в ощущения. Ничего не надо делать, не нужно наклонов постоянных, да? Как на гимнастике, это не совсем то. Постарайтесь погрузиться в ощущения внутрь себя. Если не хватает динамики, можно посмотреть интенсивную йогу. Здесь расслабление, спокойствие. Но спокойствие, оно внешнее. Внутри у нас идет работа. Можете чувствовать это как перепад температуры в теле. Например, где-то стало жарко, холодно. Плотность образовалась или, наоборот, разреженность какая-то. Всего что угодно, любые ощущения. Еще наблюдайте. Если чувствуете в себе силы, то погружаетесь глубже, сохраняя натяжение под коленки и носок на себя. Отлично. Теперь берем ногу, которая спереди у нас, двумя руками. И вытянули вверх и на себя. Хорошо, чуть посложнее. Эту ногу, которая спереди, вдоль тела. Управляем икроножную мышцу и стараемся сесть полностью всем тазом ровно. Наклон вперед, таз остается на месте. Хорошо. Вертикально. И скрутка. Если у вас правая нога согнута, пятка в пах или стопа на бедро, то в правую сторону скрутка. Здесь стараемся раскрыть грудной отдел. То есть то же самое, как и с ногами. Все тело просто наблюдаем.
Отлично. И теперь в сторону ноги вдоль таза. Наклон в эту сторону. Хорошо. Поменяли ноги. У меня сейчас правая спереди. Стопа на бедро или пятка в пах, как вам удобно. Это не так принципиально. Наклоняемся вперед перед собой. Носок на себя, подколенное сухожилие натягивайте. Тоже просто сохраняйте выдержку в теле, неподвижность. Отлично. Хорошо. Теперь скрутка. Двумя ногами, руками ногу вверх. Носок на себя. То здесь мы растягиваем заднюю поверхность бедра под коленку. И старайтесь тело держать вертикально. Спина прямая. Хорошо. Ногу вдоль тела. Делаем скрутку. В моем случае скрутка влево. То есть мы все симметрично делаем. Постарайтесь тоже оставаться неподвижными. Хорошо. И в другую сторону с наклоном. Ноги в бабочку. Раскрытие. Руки сзади ставим. То есть чуть больше, чем обычно. Паховую зону раскрываем.
теперь забираем стопы на себя, подтягиваем живот. Хорошо, ноги вперед, встряхнули ноги. Заводим левую стопу за правое бедро. Сгибаем левую ногу и скрутка. Упираемся локтем или плечевым суставом за колено и скрутка влево. Спиральное утяжение. И в обратную сторону такая же скрутка. Центр. Еще раз ноги в бабочку. Теперь с наклоном вперед. И если у вас получается, можно себя приподнять таз и побалансировать на боковых поверхностях стопы. Собаку лицом вниз сделаем. Точно так же старайтесь оставаться неподвижным. Наблюдайте за ощущениями. Ложимся на живот. Руки перед собой, крест на крест. Создаем давление на плечевые суставы, растягиваем их.
поменяли руки. Теперь другая рука спереди. Берем руками себя за стопы и пробуем балансировать, раскрываем грудной отдел и отрываем мышцы бедра. Отлично. Ноги кладем, стопы вместе, руки чуть дальше, чем плечи, и выпрямляем руки, насколько это возможно, делаем позу кобры. Хорошо. Вниз. Приподнимаемся. Садимся тазом между ногами. Икроножные мышцы выправляем. И ложимся назад на спину. Если вам тяжело, то можно на предплечьях или на вытянутых руках. И аккуратно вытягиваем ноги, ложимся в расслабление. Закрываем глаза. Спокойное глубокое дыхание. И сейчас наблюдайте за моим голосом, не оценивая. Почувствуйте ладони. Почувствуйте, как расслабляются пальцы на руках. Расслабляются кисти. Расслабляются предплечья, локтевые суставы. Расслабляются плечи, плечевые суставы. Расслабляются пальцы на ногах, подошвы, пятки.
расслабляются голени, икроножные мышцы. Расслабляем мышцы бедра, задняя поверхность, передняя, зона паха. Расслабляется копчик, крестец. Половые органы, низ живота. Расслабляется живот полностью, поясница, ось между лопаток, середина спины. Расслабляется грудной отдел, солнечное сплетение. Расслабляется шея, лицо, затылок, макушка. Делаем глубокий вдох. Начинаем двигать пальцами рук и ног. Вращаем в одну сторону, в другую сторону. Колени к грудной клетке. Перекаты на спине. Садимся с прямой спины. Подбородок на грудь. Открываем глаза, смотрим на тело. Руки через сторону вверх, вниз, еще раз вверх, и ладони у сердца. Концентрируйтесь на области сердца и пожелайте всем живым существам здоровья и счастья.
Спасибо вам, хорошего дня и увидимся в следующем видео.